Так, здрасте, здрасте. Мои маленькие любители видеоигр. Привет. Привет, Дилибоба. Сегодня выходной стрим. Так, неизвестно, будут ли не будут людей. Посмотрим. Будем надеяться, что будут. Так. Захватилось. О, смородину приветик. Знаете, что-то народ подтягивается уже. Еще не успели начать, а народ уже подтягивается. Как у вас же не дела? Рассказывать, что нового. У нас тут новая система доната. Теперь вы видите там полосочку. Еще Варк отметился. Варк обнаружил, что оказывается у нас не работает и вторая система доната. Поэтому пришлось сделать третью. Вот. Ежедневный душный фарм. Я бы сейчас с удовольствием фармил бы в геншинчике, но, к сожалению, там особо правка делать нечего. Но ночью еще не будет геншин, да. Кто любит геншин, приходите после 10. Ну, точнее, к 10 вечера по Москве будет геншин. Вот. Но зато сделал теперь прям балдежно. Кстати, очень интересно оформление там, вот эта донат служба отличается тем, что можете сходить посмотреть. Да, блядь, у вас жара наша пришла. Теперь, когда вы попробуете задонить, у вас будет оформление нашего канала. Во-первых, львенок будет, а во-вторых, слева-справа будет вот эта вот сцена. Вот, поэтому очень прикольно, теперь попав на страницу доната, вы не перепутаете, что, ну, не спутаете, что это именно моя страница. Прям прикольно. Но это Яндекс, это Яндексовская система. В ней я уверен на 100%, что она сбоить не будет, потому что это Яндекс, у них все нормальное место сделано. Хотя это условно теперь Яндекс, они переехали на другую, вот. Это Юмани теперь платформа, в общем. Ну, неважно. Тут у меня есть Киви, кредитка, Юмани. Поэтому мне прям балдежно, что они это сделали. Несколько алерт я туда перевел. 50, 100, 150, 200 рублей. 4 алерта сделал. Я думаю, этого более чем достаточно будет. Так что, Марк, здорово. Кто захочет, может протестить. Какая топка. Ну, у нас было 36 недавно, да. Теперь, видимо, к вам ушло. У нас весь фу, пока заебись у нас прям. Тихо, прохладненько, я наконец-то начал высыпаться ночью. Прям заебись, прям нравится. Вот. Ссылки я везде поменял, в описании, в чатике. Я буду об этом частенько говорить, потому что, чтобы мы все знали, что теперь можно донить без проблем. Вот, алерты будут, полосочка будет заполняться. Еще 400 рублей. Если до дня рождения собираем еще 400 рублей, будет новый микрофон. Если не собираем, значит, будет слушать вот этот. Он сейчас, кстати, багал дико адово, но я по нему уебал. Его вроде отпустило, сколько я вижу. Вот, но если какие-то помехи есть, пишите, я понимаю. Так, ну что ж, значит, мы прошли с вами канализацию. Канализацию мы прошли. И теперь нам нужно, я даже не знаю, куда нам нужно. Так, а что у нас вообще есть? У нас тут такие монеты, спреи, гранаты. Ну... Сойдет, я думаю. Да, наверное. А, ну для пистолета мы потом их много проебали. Ну ничего, пока поживем, посмотрим. Потом вот сюда крафтим. Вчера что-то народ не было, поэтому я вчера решил выходной себе сделать. Мы кусочек со смородиной посидели, что-то народ не пришел. Но это выходные дни, они всегда такие. Либо народ есть, либо народу нет. Там как-то. Сейчас вот видите, например, сегодня тоже вот воскресенье, да, уже народ есть. Приятного просмотра, кто любит Resident Evil. Я решил, что все-таки как истинный фанат Resident Evil, как человек, который прошел все, кроме нулевой, я, наверное, все-таки обязан еще поиграть. Потому что, ну, типа, как бы, ну, камон. Надо все-таки поиграть. Вот. Не понял. А, видимо, вот этот. Вот, а что, нам ключ дали. А тут что у нас тогда будет? Просто, типа... А, ну так мы отсюда вылезли, да, и бежали, получается.
долго упорно бежали. Так, а подожди, а мы что-то не нашли, что-то есть. Давайте походим, посмотрим. Тут козел вряд ли за нами тут бегают. Поэтому можно пойти поискать. Пошел. Так, товарищ, как-нибудь давайте вы там... Блять, лагает, лагает. Ясно, понял. Интересно. Вот я даже не знаю, убивать мне их или не убивать. Очень, конечно, тяжело. Компаза целится. А, слушай, там бочка есть. Давайте их заманим на бочку. По бочке пойдем. План капкан. Пацаны. Да. На второго подожди. Там еще один. Так, надо их всех. Чел. Чел, иди сюда, чел. Чел, пойдем. Пойдем там. Все на бочку, пацаны, все на бочку. Все на бочку, пацаны. Все на бочку. О, давай, 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 иди. Надеюсь. Бля, не попали, потому. Хреново! Это сволочуга. Бежим. А что, мы там попали? Нормально. Этот отпустился. И это тоже отпустился. Все. Нойс. Ну не так много патронов потратили, в принципе. Ничего, жить можно. Давайте посмотрим, что тут было. Наверняка тут что-нибудь было. Так, да, вот здесь вот пятичок у нас. Мне что-то подсказывает, что здесь что-нибудь хорошее. Ни хера не видно. Но нам подсветит, если... Слушай, может что-то ярче сделать, что ли? Я в этой игре не вижу, вообще пипец. Вот так. Пиздец они сделали, конечно. Не, я бы ничего не говорил, если бы был фонарик. О! Ну как бы. А, и все, теперь потухло, да. А, еще тут вот что-то у нас тоже есть. Ну хорошо. А что туда смотрим, посмотрим. Там. Любопытно тоже. Так что сегодня вечерком приходить на Геншин. Если есть любители Геншина, которые хотят прям Геншин. Ну, что-то я пока не душатин. А, все, тут у нас походу завалило нас, и мы сюда не можем попасть. А, ну мы сюда через вот эту хреновину попали, да? Да-да-да, и вернулся на теперь же. Ихес. Какие аптечка должна быть? Скорой, но... Ладно. Ну, порох нашли, что, патрон для другой века сделаем. Потом поснимем какую-нибудь дюшатину обязательно. Опа! Понял. Ёп твою мать! Я не понял сейчас. Разработчики, ёп ваших матерей! Ёп ваших матерей! Ёп ваших матерей! Ёп ваших матерей. Это сколько мне нахуй надо раз... Бля, вот какое же говно эта игра, блядь. Просто говно ебаное. Я, конечно, понимаю, что я не в башку стрелял, но в башку с геймпада попасть это просто нереально. Но вот просто, блядь, сколько раз нахуй мне надо попасть? Надо, короче, патрон в другую камок сделать. Я летим по бошку. Значит.
Больно, мы как раз порох пошли. О! Так, домик какой-то у нас тут. Чел, ну ты даже не подошел ко мне. Ты вот нормальный человек. Лагает это у меня, лагает, сразу не пугайте. У меня компьютер еле выдерживает эту игру, но выдерживает, за что им большое спасибо. Старичок, которому 11 лет уже. Удерживает. Вот золотое правило, кто будет собирать комп, запомните золотое правило. Всегда покупайте максимально хороший прод. Ну, в смысле, как бы, имеется в виду, по соотношению, кажется, некачественно, нужно смотреть. У меня i5, но у меня хороший i5, который разогнан. И за счет этого я до сих пор, видите, могу играть. Хотя прослужил. Этот, чтобы вы понимали, это 3570. 3570. То есть это третья серия. А сейчас вышла уже 11-я. Она уже есть. И в этом году выходит 12-я. Но, слава богу, за счет того, что это Intel, и он разогнан, даже прот, которому уже, ну вы видите, догадываетесь, да? То есть это третье поколение, а сейчас 11-е. И как бы за счет того, что это Intel и разогнан. Я до сих пор могу играть в игры. Не все, конечно. Гранаты. Взрывающиеся. Значит, надо будет их потом поставить. У нас как раз 3 штуки уже было, и еще 3 штуки у нас. Как дойдем до... Подожди, а чё я сейчас только что, блядь, нашел-то? Эту бумагу я, да, нашел. Так, я знаю. Так. Не знаешь, что... Это... Достаток ухода, что с вами делать? Если он... Ну, видите, я вот с вами делаю. И у меня тут пока не и нам это может помочь, как? И чё мы вообще сюда приперлись? Блин, а чё надо сделать? Вернись на станцию метро. Чё, блядь? Как я должен? А, тут еще какой-то выход был. А, то есть вот здесь вот проход сквозной, все, я понял. Так, может нам сначала погодите, сходить все-таки в сейф рум? Давайте мы в сейф рум сходим. Да. И наведем порядок, делаем себе патроны для пистолета, делаем себе патроны для дробовика. И гранатомет зарядим другими патронами. Так, вот это мы выкладываем. А, это можно выкладывать. Так. Вот это забираем. Порох. 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 А чё, у меня нет чуть больше качественного пороха? Блин, херово, ну ладно. О, Архоныч, здорово! Выбил Казуху 77-й ролл после делюка. Поздравляю! Видишь, кто ищет, то всегда найдет. Молодец! Молодец, я не знаю, зачем тебе правда Казуха, учитывая, что у тебя аниме уронов. А, ну ты у нас аниме Архон, поэтому как бы, ладно, что. Тебе положено по статусу. Так. Машинку нам тебе некуда девать. Где там у нас машинка? Создание. Нойс.
Так, теперь вот так. Теперь вот так. Да. Сюда. Что-то я был. А, гранат. Я выложил, нам гранат, в принципе, не нужен. А, он еще вот обычно. А, вот он, высококачественный еще порох. Ну ладно, не будем пока делать. А, нам надо сделать сейчас еще обычный. Обычный патрон с пистолетом. Хорош. Все, машину можно выложить. И, собственно, идем. Но пистолет, конечно, полное говно. Вот этот. Я, бля, зря он разрядил. Надо был тот пистолет взять. Я за собой таскаю. Машину может. Лошадский, лошадский пока ничего не понятно, вчера не было. Сегодня вечерком ночью постримим, Геншин, может, придет. Анимация Мпалор. Не, ну это понятно, но скоро у нас же будет Аяка и Юми. Надеюсь, тебе еще на кого-нибудь хватит. Потому что я уже, честно говоря, Аяку настолько сильно хочу, что готов забить на ее анимации, там всякие спринта и прочую хуйню, потому что что-то мне прям она очень нравится. Я батарейку для нее уже делаю в виде Диона, поэтому нацелен на то, что походу я буду крутить в любом случае. Даже если сразу не пофиксит спринт, может потом пофиксит в будущем. Но что-то прямо я кусил. А так, если нравится, самое главное. Про скорый на зума и крио ДДшник очень. Опа, нифига. Это что такое? А, ракетник? И вновь мы бежим. Выстрел из ракетницы не убивать? Да, серьезно? Хороший ракет. Точнее, наверное, не очень хороший. Я успел выстрелить, блядь. Ёбушки и воробушки. Ёбушки и воробушки. А куда мы идем? А вот там идем, да? Ну тогда, да, тогда, конечно, принцип норм. Нет. В меня стреляют из ракетницы. Там пиздец? Нет, нет. Он, блядь, лагает. Бедный компьютер не справляется. Лагает-то как, господи. То есть вот этой хуйней он в нас попал, чтобы вы понимали, и не убил. Нормально. О. Я не пробил, я мысль. А, летим, если нам дали. Да не, ну нахуй оно. У нас монетка есть, она нас сейчас отпилит. Правда же, отпилит? О, Рэмбо, здорово. Подтягивает. Вот вчера вообще не было никого, сегодня смотреть, народ подтягивается, офигеть. Это прям здорово, молодцы. Дела? Потихонечку. Потихоньку. Сегодня решил вот резик еще попробовать, но все-таки люблю Resident Evil. Мне не нравится эта игра, но решил, что ну все-таки, бля, как фанат резик, я должен попробовать еще посмотреть, что там как. Вот, потому что ну, все-таки это, блядь, Resident Evil. Это мое детство, юность. Вчера стрим час шел. Да, я вчера постримил, что-то народу не было, я подумал, что я сделал тогда выходной себе. Я вчера еще что-то дел было много, подзаебался, потом еще настраивал новую систему доната. У нас новая система доната.
новой ссылочки. Можете даже ради интереса нажать. А там оформление прикольное, посмотрите. Там, короче, теперь прям страничка моя персональная. Там прям задний фон, львенок, вот это все. 4 алерта туда сделал, поэтому теперь она должна работать уже нормально, потому что это Яндекс, вот. Ну или во всяком случае что-то рядом с ним. И как бы должно работать все нормально. Кто первый задонет, кто проверит, как это у меня работает, тот молодец. Должно работать все, потому что полосочка вот это видна. А раз полосочка есть, значит виджет Яндекса работает. Вот. Так что 400 рублей еще, чуваки, на микрофон давайте. День рождения у нас по среду. Поэтому в среду последний день. Если соберем 400 рублей, куплю вам микрофон. Будете слушать в более хорошем качестве. И, по-моему, у нас сейчас будет босс файт. Потому что вот эта хуйня здесь явно не просто. А, подождите, мы свернулись. А где станция метро была? Вот она. То есть нам сейчас прямо и потом направо. Но нам, естественно, не дадут. Нам, естественно, не дадут. Ну, конечно. Тикаем. Блять! Тикаем, прям совсем тикаем. Ёбушки, воробушки. Оно не останавливается. Ебать мой хуй. Пиздец. Ой. Здравствуйте. До свидания. До свидания. Я пошел. Как же ты заебал меня, чел. Ты как заебал? Это просто пиздец. Как ты заебал? Беги, родная. Беги, беги, беги. Твою же мать, да? Так, а у меня же гранатомет есть. Чел. А если я в тебя своего гранатомета похуячу? Ну как тебе? Блин, что-то его не берет. А, я умер. Ладно, сейчас попробуем. Его надо, короче, завалить. Недавно начал Tales of Berserk, приходить пиздатая игра, советую каждому любителю говна анимешнику. Не-не-не-не-не, его можно, мне кажется, убить. Ну, в смысле, завалить, чтобы с него еще сундучок упал. Сейчас попробуем. Во всяком случае, у нас гранаты есть. Просто что-то они хуёвые гранаты. Не православные, не освещенные, видимо. Ну ничего. Когда он с ракетометом какой-то не взял. Ну мы сейчас еще разочек попробуем. Если нельзя, значит тогда будем это самое убегать. Загрузимся с чекпоинта. Просто у него же коробочки падают. Когда его нагибаешь, у него падают коробочки. И... хотелось бы... Ну вообще, да, вообще, скорее всего, он не остановится. Да, нас, скорее всего, не дадут его убить. Так что пойдем. Да? Как вот мы здесь будем лавировать, непонятно. Сейчас он сюда прыгнет, опять, да? Ну да, ну скрипт. Live and die by script. Так. Чел. Машинка стоит. Ух, ёк, твою мать. Чел, ты должен уйти оттуда. А, нет, слушайте, возможно, как раз по скрипту он туда будет каждый раз прыгать, и мы типа должны его именно нагнуть. Сейчас, если он опять сюда прыгнет. Да, он сюда прыгнет. Не, все, его надо по скрипту именно убивать. Ой, нет, он... А хотя подожди, нет. А, нет, 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 все нормально. Просто надо было именно через него пройти. Тигры сейчас, блядские, скриптованные. Нихуя невозможно. Ох, как нас. Причем ракетница больше, чем Немезис сам. Но выстрелы из нее не убивают. Нормально игры делаем. Go.
Бездарнейше плохо сделана игра, бездарнейше. Вот насколько третий был лучше оригинал, блять, просто ну, несопоставимо, блять. Просто, ну, говнище редкостное, конечно. То есть там хотя бы раньше, я теперь вот поиграл в эту парашу, понимаю, насколько третий оригинал хороший. Там тебе дают Немезиса, блять. Ты его убиваешь и спокойно идешь дальше. То есть, как бы мини-босс. Будь любезен, убить и иди дальше. Здесь вообще нихуя не понятно. Убегать, убивать. То есть за какие-то дают сундучки, за какие-то... Блядь, так бездарнейше, бездарнейше плохо сделана игра. Просто пиздец, такое говнище, блядь, такая параша, блядь. Это, конечно, просто позор людям, которые сделали это говно. Сделали бы как в оригинале, что типа этот, как бы с ним надо драться всегда. Подрался, он тебя отстает на какое-то время. И все, и никаких претензий. Блять, нихуя непонятно. Надо с ним драться, не надо с ним драться. Не упадешь, ничего не упадешь. Блять, такая говёная игра. Такая прям параша, реально. Вот, сука, вот, ну это пиздец, конечно. Ужасно плохо сделано. Игра ужасно плохая. Ну, посмотрим по сюжету, что будет. Как фильмец, нормально. Пока патроны есть. Вот. Но, конечно, прям очень надеюсь, что следующие хорошие резики будут делать те люди, которые делали резик второй. Очень надеюсь. Good work. Your reputation is well deserved. Get inside. The subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out. Да, первый раз подхожу. Нет, я играл в демку. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right. You go on ahead. I'm not gonna die on you. Leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Good luck. Let's go. You don't really think a pencil pusher like Barrett is still alive, do you? I have it on good authority. Why? Worried about teammates or something else? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked, don't you think? What was that? Opa. Is this fucker not dead yet? Just no, they're gone. Come, this way. Nikolai, what are you doing? Это Николай. Ну, мы знаем, что Коля на самом деле плохой. Ну, те, кто в оригинал играли. Михаил на самом деле умирал совершенно по-другому в оригинале, но это не важно. Надо же что-то какие-то вещи менять. Что мне сейчас будет у нас? Часовни мы должны ехать сейчас. Метро уже все, уже раскрачено. А что, сейчас за нее будем играть? А, подождите, мы за нее должны играть, когда Джилл заразят. Ее Немезис должен заразить. Бля, лол, мы действительно уже там. Ладно. Окей-доки.
Вообще мы из-за нее играли, чтобы Джилл спасти раньше. Там совсем чуть-чуть для него было. Ну, окей. Так, есть ли? Брэд, стоп! Ти! А это ж Марвин, кошмарный Марвин. События второго Resident Evil нам показывают, как кошмарный Марвин заразил. You stay on the door. I got this fucker. Come get some. Ебать мой хуй, чел, чтобы я так жил. Ходи, карта. Да, это один из наших комрадов, которого, к сожалению, заразили. Во втором рейде мы его встречали. В оригинале. В этом, по-моему, в ремейке, по-моему, тоже он был. Ну и, собственно, полицейский участок, тот самый из второго резика. Тот самый. Прикольно, конечно. Вот это респект. Это канон. Ну, еще на бедную. Как ее Джилл нельзя отдать? Фига себе, нам на бедную. I thought this was a rescue. Нормально. Carlos, take a look at this. У тебя есть что-нибудь? Ой, смотрите, у нас есть. Смотрите, хот-доги тоже есть у него. Давайте его возьмем. Ну, можно, в принципе, взять клинок самурая, хотя он на самом деле. А что это такое? А нельзя посмотреть. Если за режим стрельба очередями, то в жертву стабильность он сейчас. Я не думаю, что нам за него много играть. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like find and detain. Right. Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Hey! Be careful. Yeah. Обязательно. Обязательно буду. Так, давайте сделаем перерыв большой. Немножко проветрю, а то еще жарковато. Компьютер, конечно, греется, жарит комнату. Вот. Кто любит геншин, приходите вечером, будет геншин. Но я думаю, что все, кому не нравится резик, уже ушли. Вот. Но я все-таки решил, что надо попробовать еще. Если застряну где-нибудь, если будут какие-то проблемы серьезные, тогда уже дропну. А так все-таки это Resident Evil, блин, резик надо уже все-таки пройти, потому что это все-таки классик. Хотя, конечно, видно, что игра сделана прям сильно хуже, чем даже оригинал. Вообще, обосраться и сделать игру, которая 20 лет, хуже, чем 20 лет, надо стараться. Вот, все, сейчас приду.
Так, я тут вам. О, Фольда, здорово. Есть ты еще тут вам. Дела потихонечку. Потихонечку. Вот до Resident Evil катаем. Вечерком Геншин будет. Пока лето и не сильно жарко, я решил по 2 стрима в день делать, как в старые добрые времена, учитывая, что особенно сейчас на подходе день рождения канала, и когда как преддверии дня рождения канала, кстати, так сказать, зал. Надо будет только игру найти, которую мы будем играть на день рождения канала. Я там, не знаю, посмотрим, может быть, немножко геншинчик, может быть, потом опять пойти самый, как его. Golden X, например, третий. Так, такая вот у нас. Чуть рассказать можно из жизни опять. У нас на каждом дне рождения канала истории. В общем, приходите, да, 6. Нет, 7. 7 июля, день рождения канала. Приходите, 7 июля, в среду. Отметим. Вот. Поболтаем с вами. 4 годика нам исполнится. Так что приходите. Давайте возьмем, наверное, пистолет. Чтобы автоматные патроны не тратить. Ой, там флэш, что ли? А, это кошмарный магнум. What the hell was that thing? Это лизуны. Прям. Это лизуны, чуваки. Так, окна уже заколочены, понятно, кем, но не все. Это... Так, а где мы здесь можем? Так. Но здесь, естественно, будет не весь участок. Чтобы что-то по нас так сделать. Так, бумпа достать. А где? А можно как-то мне по-другому? Вот так. Вот так. Как-то попривычнее. Все. Он нахер. Да. Хорошо, у меня опыт есть. Я люблю джойстик хоть какой-то. У тебя Фольда сходила. Еще если что. Опа, ничего. А, это любимый пончик. Пел. Блять, я не понимаю, как работает. Я руки бы отрезал, ебал, разбил и обоссал. Видим, которые делают. А, вот что это, блять? Что ты делаешь, чел? Вот, вот, вот это что ты делаешь? А, ты бычишь? Блять, я не... Какая же бездарно плохая игра. Ты поджил кувырок вовремя, у него удар. Ну, блять, да, но... Это же Resident Evil, это Dark Souls. Они бы еще нахуй перри сделали. Ну, в смысле, они сделали перри, но, блядь, ну, в смысле, ну, это же Resident Evil. Тихонечко, не хочешь, тихонечко. Это хорошо, хорошо. В наше время просто выживать уже хорошо. Вот. Уже выживать это хорошо. Кто-нибудь, кстати, из вас еще вакцину делал или думал сделать? А то я что-то собираю статистику среди знакомых. Пока ни у кого никаких проблем не было. Хвосты не вылезли, хуи не отвалились. Поэтому как там... Я думаю, что проблемы с наркозом. Потому что вот, те, кого знаю, все, кто сделали... Да, у них была температура у некоторых. Херово себя чувствовали, там... Башка гудела, все дела, но вот именно каких-то реальных осложнений, таких потоков ситуации никого нет.
За что? Ну, ничего не будет, могу тебя успокоить. Ничего не будет. Максимум температуры и хуёво смочить пару дней. Поэтому делай тогда, когда тебе на следующий день точно никуда не надо. Потому что есть вероятность, что два дня у тебя будет температура. Locket room cap. Это типа капком. Так, то есть вот в это нас получается не пустят, да? Угу. Так, давайте мы возьмем с вами автомат на всякий случай, потому что какая-нибудь хрена у нас сейчас запрыгнет. Опа, ставим. А у нас есть граната? Ну заходите, ёпт. Заходите. Сдвигаемся. Понял. Сколько ж вас, ёбаный? Все, 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 все. Первый. Пиздец. Ну ладно, держимся пока ничего, нормально. Так. Угу. Там и там тупики. Так что приходи, расскажешь. Прямо как у тебя будет дела. Чел. Чел. Блин, ну вот я нажал. Ну ёб ваших матерей. Ёб ваших матерей. Сука, дебилы, разработчики. Блять, ебланы, барылы, ну кто нахуй они сделали? Зачем они это сделали, блять? Сука, что за, блять, мар... Что это, блять, такое, нахуй, в Resident Evil? Блять, вы бы еще нахуй щиты сделали, блять, сюда. Катаны бы нахуй сделали, ролики, блять, роликовые конки, блять, самокаты, нахуй. Ну а почему нет-то, блять? Это же так логично. Ну ладно. А, ну это... Прицел, штурмовая винтовка. Что это даст нам? Ну, типа... И... Ай, ес. Здрасте. Ладно, парни, пистолетиками стреляли более-менее. О, а вот новый потом пистолетик. Шиф мы, естественно, не знаем. Шифр. Где-то он наверняка нарисован, написан, но я как бы... Я уже не помню ни хера. Где тут шифр от этого? Тем более не факт, что он здесь, как во втором. Хотя слово кап было написано там же, где и было. Не факт. Серьезно? Здесь?
Логично, конечно, просто вам сюда не положено. И он такой. Во. Подозреваемый, бла. Замечательно. Батарейку поместили в хранилище. Это просто прекрасно. Как там-то попасть в хранилище? Делать еще какой-то сейф, можно понять. Ладно, понятно, пока. Да, она прям посильнее, по-моему, стрелять начала. По-моему, башку расстояние, да? На всякий случай все равно открытие. Как-то она, по-моему, помощнее стрелять начала. Прицел поставили, стрелять еще помощнее. О, сейф комната работает. Все красное стало. Это что зеленый у нас нет. Очень интересно. Возможно, где-то. Служим запискам. Бла-бла-бла-бла-бла, сейф из трех чисел. Перемещен за трудой. Комбинация 9 лево, 15 вправо, 9 влево. Так, бля. И вот, стало 9 лево, 15 вправо, 7 влево. Так. А сундучок? А сундучка нет? А, не вот он. Так. Зеленой травы, по-моему, у нас не было, да? Ноль. Ладно, мы тогда, короче, значит, тогда... А, нет, вот на зеленой травы. Ее оставляем, это убираем. Да. Да и, собственно. У нас все правильно. Ну что, сейчас тогда идем, получается. Сейчас тогда получается. Содержательно. Может, если выключить это? Окей. Так, она на второй этаж вообще пустит нас. Ты серьезно, нас пустит на второй этаж? Бля, ну ладно, похоже. Ёбушки, воробушки, нас на второй этаж пускают. Я думал, нам сейчас здесь походить и все. А нас пускают на второй этаж. Это тревожно. Так. Все, раз, два, три, четыре, шесть. И все. Ладно. Ну что, второй этаж получается на каменку. Здесь, кстати, до сих пор что-то еще есть. Кого? Найс! Так, нам все еще нужно сюда попасть. Тут будет какая-то батарейка. Значит, соответственно, идем на второй этаж. А зачем мы все сюда приперлись-то, собственно? Я что-то потерял. Так, ну на третий-то нас не пустят, да, этаж? Блять, нас тут какая-то на три. Нахера мы приперлись?
офис, head start. Прям совсем. А вот кап как раз. Опа. И все. Бля, компот, ничего себе. Так, если знаешь, что у меня нет жив, если услышишь любой звук или качество, не открывай его, пожалуйста. Собрать их по кубам, но у нас нет батареи, где надо проверить. Тут точно. Комната хранения. Сразу наушники. Угу. Ясненько. Зачем ты ему нужен был детонатор? Okay. Guess we'll be doing this the explodey way. Нет, это все, конечно, прекрасно, а ключ, говорит, у него был. Подожди, а какой ключ? Так, собрать полубомбу рождения во время уборки. Если мы хотим сделать, для твоих не вредить. Так что я пошел наверх за тобой, раз у тебя был ключ от комнаты. Я пошел наверх за тобой, раз у тебя был ключ от комнаты хранения. Наверх. А зачем они ломают стену? То есть у них... Вам не кажется, как-то странно сделан полицейский участок, что типа в комнату попасть невозможно? Типа... Сиди, взломав стену. Так, ладно. Идем на третий этаж. Пугает. А, я так и знал. Сука, я так и знал. Козлина ебаная. А вот ключ. Вот. Так, здесь вот тоже. Я не помню, какой там был еще. Там был кап и еще какой-то. Я, блядь. А, по-моему, Мегамен, что ли? Рэм, ты не помнишь, какой там был еще? Во втором. Там был в одном кап, а во втором. То ли с Devil May Cry связано. Вот DMC. Нет, нет, нет. Он Мега Мэш. А, Street Fighter, по-моему. Слушай, по-моему, Street Fighter. Нет, Street Fighter тоже не подойдет. Блин, я не помню, какой был еще. Ну и хуй с ним. Блин, какой же там еще-то был? Был кап? И, по-моему, Мегамен. Или Street Fighter. SF. SF какой-то был, да, по-моему. SF-10. SF-X, по-моему. Street Fighter X. А вот здесь какой был я. Тоже какая-то отсылка. Тоже какая-то отсылка к Капкому. Только я не помню. DMC что? DMC не подходит. И там еще у нас есть Капкома.
Интересный план. Может, сейчас где-нибудь сходим, увидим. Подставочку. О, чекпоинт. Сейчас начнется, блядь. Сейчас прибежит этот гандон по звуку. Ты угадал? Здесь, кстати, посмотрим, может, где-нибудь написано. О. Fuck's sake! Why is it blocked? Нормально. ECM? Попробуй. Это что значит ECM? ECM это что? Да, ECM. А что это значит, интересно? Типа Devil May Cry, только наоборот, да? Ну, смысле, немножечко перепутано. Забавно. То есть Devil Cry May. Ясно. Ну, это точно из Devil May Cry. Так, ну еще сохранимся, потому что нам чекпоинт дали. Это явно намекает на то, что сейчас начнется. А, нам, кстати, еще дали эту самую. Ну, пойдем. Даже интересно, что сейчас будет. Неужели не Медис? Ну, тирана еще физически. Хотя. Нет, не может его еще быть. А, лизуны же, точно. Их надо флешками херачить, но флешками потом будем, когда я пить не спит. Ключ можно выкинуть? Да, ключ можно выкинуть. Так. Ну что, блядь. Чел, я тебя не заметил. Ты бледный такой, пиздец, ты бледная. Пашку, короче. Больше нет никого. Так. Угу. Мы сможем открыть здесь. Так, 208. 203. 208. Его можем открыть? Нет. 200, то что 200. 102, 103, 104, 106. Короче, который нас сотку можем попробовать. О, Руфу, здорово. 104. Открываем. 105. Нельзя. 106. Открываем. Всем приятно, как кто подходит, но если не пользуется, руку будем. Нормально, потихонечку, потихонечку живем. Сейчас вот катаем Resident Evil. Незабвенный. Моя молодость. Так сказать, окунаюсь в ностальгию былых лет. Батарейка. Петроны. Так, батарейка. Батарейка нам нужна. Фонатор. Так, все. Так, здесь у нас будет дробовик, но мы его, конечно, получим. Ну, пойдем. О. А, вот DCM, да.
хитрожопы из козложопы сделали, и DMC ходит. У тебя как жизнь была? Так, дайте. А, так, значит, посмотрим. Значит, вот это нам не надо. Это нам, ну пускай будет вкусным. А, ну охуенно. Походи. Нормально, ну, самое главное. Рад, что у вас все, все хорошо. И это замечательно. Приходите на день рождения канала. Снова Юлю будем отмечать. Правда, это не будет ничего особенного. Обычно стрим, но тем не менее день рождения канала. Можете поздравить мне трехлетием, так сказать, моей супер успешной карьеры. Яхты, деньги, девочки. Вот это все. Очень умному человеку. Я бы сказал, дохуя умному человеку. Просто дохуище умному человеку. Я бы ему Нобелевскую премию дал. Поэтому, кстати, не советую играть в Resident Evil Zero. Никогда. Не понял. Завидно, что ты где-то видишь? А, у меня папка есть такой. Так, то есть от двоих мы никак не можем. А, это можем, 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 нормально. Нормально. Нахуй без пак. Бля. По-моему, нам пизда, чувак. Пиздец. Так, нормально. Все хорошо. Все нормально. Нас немножечко покусали, но это нормально, монетку выхилить. Руки оторвать. Resident Evil Zero — это нереально душанина, просто духанина. Это полный пиздос. Zero. Zero — это полный пиздос, блядь. Да что ж ты такое делаешь, это черти, блядь. Вас не дохера много, нет? Чуваки, вы заебали, реально. По-моему, нам пизда. Нет, это плохо. Чё-то флешка должна была, по-моему, их убить. По-моему, флешка должна была убить его, не? Сундуки дайте. Ну вот из-за отсутствия сундуков она нереально душанина. Так, я в рот хотел бы выебать людей, которые сделали вот это говно. То есть, как бы, придется флешку в них, короче, кидать сейчас, ладно. Пиздец, как неудобно, блядь, на маленьком этом самом, какое количество народу, блядь. Причем они спавнятся буквально в метре от тебя. Ебаные узкоглазые твари говна тупорылые, блядь. Я знаю, что вас там до хера, выходите давай. Господи. Ебать мой хуй вас там. Вы чё, блядь, издеваетесь со мной? Пиздец. One at a time, take a number.
Пиздец, их просто ебануться сколько. Охереть. Ты что, совсем ёбнутые, что ли? Куда их нахуй в таком количестве? Так у тебя где, потом еще надежда. Да тут я флешку в этих. Тут надо уже хилки перестать жалеть. Сейчас на лизу не будем хилки, надо не взять. Сосата бы, чмо, ёп. Дверь открой, мудилка. Ты дверь нормально, блять, открыть можешь? Имбецил! Ага, почувствовал, что спит. Ну да. У него мы тут тоже веселье, конечно, предстоит еще то. Ой, блядь, ну давайте. Ну, может быть, один чпошник, конечно, сейчас. Чпошник. Да. Хорошо, хоть здесь скин на нормального человека, вот на этого пацана, на этого. Потому что, блядь, там с этим афро, это просто, блядь, не лепая прическа, блядь. Он просто на пепеклоуна похож, блядь. Ему ему еще радужный цвет сделали бы, блядь, совсем было бы, блядь. Так он хоть человек похож, блядь, а афро с этим, блядь, ну это просто пиздос. Да в реальности чисто пепеклоун, просто, блядь. Я так угорал, когда это показали. Думал, что ебанутый, что ли. Dr. Bard. Oh, thank God. Do you know how long I've been trying to reach somebody? Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. Ah, он за доктором пришел. I'm in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. They're gonna know what to do. No, negative. RPD's overrun too. Then figure it out. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting me the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mihail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. Михаил уже мертв. Теперь Колян себя заправляет. Look around, see if you can find anything Колян. Useful. Колясик, да. Ну, колясик, надо сказать, у них хорошо получилось. Такой типичный злой русский. Прям вот стереотипное такое вот мышление америкосов, конечно, радует. То есть он прям вообще хорошо у них получил. Так, бла-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 
Да, это отряд Старс, Альфа и Браво. Кстати, вот как раз в Resident Evil Zero там про отряд Альфа. А первый резик, он уже про отряд Браво, который отправился искать отряд Альфа. И Ребекка Чемберс, наш, из отряда Альфа, который выжил.
Вроде про Чемберс хотят сделать Revelation. Говорят, что третий Revelation все-таки будет. Вот. Чел, а я все сделал. А что мне теперь делать? Дайте только добиться до больницы уже теперь. А что мне теперь в холл возвращаться, что ли, ничего? Ну, видимо, мне возвращаться в холл. Ну, пойдемте возвращаться в холл. Как он не понял, как в браво отряде оказалось. Она в альфа была, она врач. Она не промовик. Она просто медпомощь. На нож. Shit. Wait, what? Jill! Jill, what happened? Jill, come in! T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. Вот там, походу, поменяли миссию. И теперь у нас будет опять Джилл Валентайн, да? А тоннеля метро не было в оригинале, кстати. Там сразу часовня была. Увеличили время. Ну просто я тогда уже говорил, что если они будут делать ремейк третьего резика один в один, ну то есть как бы по хронологии, то будет лютый багет, потому что третий резик был нереально короткий. Он был короче второго раза в два. И это при том, что во втором было две компании, переплетенных между собой. А здесь только одна компания без вариативности особой. То есть там было парочку моментов, где можно свернуть и немножко другие локации посмотреть, но это не очень сильно роляло. И поэтому третий резик был гораздо короче. Поэтому они молодцы, что немножко увеличили. Добавили полицейский участок, как более насыщенно. Теперь вот еще какой-то туннель метро, которого не было. Вот. Но у нас перерыв. Перерыв. Всем новым пришедшим напоминаю, что у нас новая система доната. Новые ссылочки вот здесь и в описании. С оформлением. Да, с оформлением. Кстати, нажимаете ссылочку, переходите, а там оформление нашего канала, там нашего региона. Кстати, для новых еще пришедших, кто еще здесь, напомню, что у нас теперь доступны бесплатные смайлики для всех. Вот они, замечательные смайлики. Юзайте, наслаждайтесь. Они для всех фолловеров. Вот. Так что донатьте на микрофон. Еще 400 рублей нужно. И... Ну, то есть, как 400? На самом деле, там, конечно, нужно дохуя, но... С вас 400. 2К даю я, 600 рублей. Я считаю, справедливо. Вот. Так что вот так. Потом перерывчик пару минут.
Так, я тупо забыл напомнить, что сегодня ночью Геншин, поэтому вечерком, если будет желание, приходите в районе 10 вечера в Москве. Поиграем с вами еще и Геншинчик. Ну что, поехали смотреть, что там за поезд у нас. Поезд. Учиться поезд. Спасибо. Карлос, come in. Опа. А, это лизуны, наверное, против них токсичные нужны, эти самые слотные. Артиллерийские мины. А, блин, они тоже заправляются вот там. Как это, блядь, не выглядит? Ну, я, наверное, взрывные пока все-таки оставлю. Здесь, наверное, там вообще не дают. Так, мы уже имеем снаружи. Это артиллерийские мины. Эти крошки придумал делать. Они застают, поверьте. Ладно, заглянем в лодку. Здесь мины смесимы стандартным гранатом, но не водитель. Куда-то еще. Стреляйте в стену или по земле, и они останутся на месте. Датчик мины засекает уровень врагов и взрывается, когда цель в радиусе поражения. Короче, просто кидайте врагу на дорогу и вам правильно мину. Когда делишься с вторым уровнем, то это что? Нет, ну вообще, теоретически, можно, конечно, поставить и... Давайте поставим, посмотрим, как они работают. Потому что, мне кажется, в боссе, с боссом они все равно не будут не очень сильно полезны. Вот. И дупари вполне. Так, значит, тогда мы вот это убираем. Ебать, у меня скрыли. И вот эти тут пока убираем. Так, дробовик у нас есть. Туалет у нас есть. У нас все правильно. Поехали. Так, мы все собрали? Все собрали. Лизуны будут или вообще кто? Против кого тянете? А, против тех ползущих, наверное. Еще тоннель какой-то. Сейчас нам напишут, я думаю. Нам сейчас игра быстро покажет. Кого надо. Так. Ясно. Сад бы. Подлагивает, это нормально. Это по канону. Я проверился. Так, тут ничего нету, мы знаем, что. Это, кстати, странно, что положение. Надо было, конечно, выстрелить уже из этой пистолета. Можно? И уже по-хорошему надо было, конечно, самурая брать, пошипить, прямо в самом деле. Вот. А что у нас сейчас нет? Железная оборона, блять, надо было дамага. Дамага поставить. Нет. Чего вообще за монетки? Их не было в оригинале. Фу, значит, за монетки. Ёбаный. А как он меня находит вообще? То есть, вот самый главный вопрос. У него типа GPS или что? В нас встроен. Как он нас находит-то вообще? Мы ходим, никого не трогаем, не палимся вообще. Ну первый раз, ладно, типа по адресу нашел, типа положим. Но вот так-то как у нас проходит? Такая. Ой, как у нас тут? А, ну тут сейчас будет босс. А.
Патрон выход. Ну точно, сейчас босс файт будет, блядь. А, вот, вставай, башня. Бла-бла-бла-бла-бла, бла-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 
Видишь? Бля, точно сейчас босс файт будет. Ёбаный по голове. Как ты? Это прям как-то прям прям меня вообще не радует. Придется гранаты кидать. Там скорее всего спать. Мда, ну давайте все исследовать можно. Можно мне. Все. О. Красная трава. Ну сейчас будет босс файт. По патронов проебем. Патрон. Все собрать, все собрать. Или на обратном пути был босс файт. Сейчас что-то игра не хочет. Вокруг той хуйни будем бегать. Ну что, придурок? Ты тут, но нет? Нет у тебя? Ладно, значит на обратно. Вот он. Вот. Чел, ты просто можешь уже бегать? Бля, он сейчас прыгнет по ту штуку. Бля, так. Что умеет он плавать, блядь? Что, рофли что ли? Ты, блядь, видел, что он упал в воду, идешь по мосту, блядь, ты нормальная женщина вообще, нет? Нет, Колян жив. Колян живее всех живых. Ладно. Оооо. А, ну это вот как раз тот диалог. Так, ладно. И ростишь сейчас, по-моему, знаешь. И опять начался Call of Duty. Еее, опять Call of Duty. А я, кстати, ничего не делаю. А можно я ничего делать и не буду? Оно типа само. А я кино посмотрю. Блять, я все-таки был прав. Прав. Он что-то все меньше и меньше на человека похож. Так. Чел. Значит, смотри. Как бы, вот у меня есть гранатомет. А, в тебя можно попадать. Можно так, да? Ну, подумай. Это бочка? Нет, это не бочка, я понял. Ну чё, все. Как бе? Если тут еще патроны не лежат. Что тут лежало? Патроны для дробовика. Заебись. Нет, чел, ты же с одного удара меня не убьешь, не правда же? Чел, ну нет, ну блять, ну не одним ударом-то. Да не, не, вставай, телка, ты чё? Ты совершенно... Стыкаем. И перезаряжаем. А можно мне еще гранат? Да не в траву, блядь, гранат, ёбаный человек. Спокойно, спокойно, спокойно. Всё нормально, всё нормально. Иди, бежать. Вокруг дерева ничего не сделает. Статуя, там говорит башка. А, нет, это та статуя. Вот это, башка. Это та, которая... Отлунтилась. Блядь, он что, в Бэтмена играет теперь? Ёб твою мать. Чел, ты, блядь, нормальный? Чел! Успокойся, да? А можно я гранаты...
Отдыхаем. Заряжаем. Я ж дошел. Тикаем, тикаем, дальше тикаем. Бля, это опять начал бегать. Тут мобилка, а? Ел. Надо как-то... Я что-то сделать должен или что? Бля, как я не люблю вот эти скриптовые трясни, когда надо что-то сделать. Бля, ну носится он и чё. Во. Патрон для него. Делать надо, да? Бля, что я сделать не могу? Ну, давайте думать, что я могу сделать. Ну носится он по ним и чё. Бля, чё, попали. Во. О, еще что-то. Ладно, Рэмбо, давай подсказывай, что надо сделать. Я в жизни не догадаюсь. Что-то меня хочет эта игра. Так, мы там патронов... О, для гранатомета наш патрон. Приезжай, родной. А я их уже проебал. А, да, серьезно, то есть, да не, можно его убить, так я думаю, можно. А куда мне в любом случае прилипать, надо было на стены? Да не, его по-любому и так тоже можно убить. Полюбас. Да не, вот так тоже можно убить, по-любому. Да не может быть, чтобы скипнул просто. Где-то еще бочечка была. О, артиллерийский еще. Во, все, сейчас сделаем. Блять. Чел. Чел. Да не, а подожди, а какая разница, что он так не поет, что я в него попадаю? Какая разница? Ну давайте сейчас подождем, пока он еще бегает. Так а чё это изменило? Убивать его все равно надо с дробовика. Бля, тихо. Всё, спокойно. Так, надо жать хил. Ну он как бы упал и упал. Упал и упал. Блядь. Да не, его просто надо убивать. Да, сердце я не видел, но слава богу, его можно бить просто так. Короче, по науке по-другому. Ага. Ну окей. Да, сердце я не видел. Пиздос. Ну ладно, нормально. Так тоже сойдет. Патроны проебали просто в промышленных масштабах. Ну их не давали еще много.
А сердце я не видел, да, что какое-то вылезло сердце. Бля, если ты не сказал, я бы не заметил. Но слава богу, эти игры делают для тупых. Которые даже если не догоняют, все равно могут пройти. О. Ну это даже было, кстати, прикольно. Это был достаточно прикольный босс-файт, мне понравилось. Это было даже прикольно. Это было весело. И как бы сказали, безграмотно, волнительно. Я скажу, волнуюсь. Все, все, все собрали. Самое главное это собрать все. Так. Ну и что, куда нам теперь? Кстати. Вот это хороший вопрос. Вот сюда? Но он не умер, ты же понимаешь, что он не умер, да? Это всего лишь нокдаун. Он ее заразит, да, и Карлс будет. А, он еще магом, кстати. Во. А, во. Вот он ее, походу, заразил. You've done me a big favor, mister. Вот небольшую честь вообще-то, а большую помощь. Любезность. Ну короче, все, пиздей. Jill! Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. Как он узнал, что она была заражена? Maybe Dr. Bard can save her. Ну, хоть температуру бы ей померил. Как он узнал, что она заражена? Может, она просто ранена. Без сознания лежит. Он же не врач? Эх, сказочники. В реальности, ну, в оригинале он ее оставил с собой. Она лежала в соборе, а в больничку он попёрся один. И как я хорошо помню оригинал, ахи. 20 лет назад. Я третью переиграл, по-моему. Не, вы не переигрывали. Okay. Так. Что у тебя с собой? А, ну у тебя нормально с собой, нормально. Я бы стал даже богатым. Здесь что-нибудь есть? Есть. Отлично. Так, ну что? Ну вот эта часть игры мне нравится больше, чем начало. Эту даже я могу назвать нормальной игрой. Потому что вот начало было полное говно, вообще пиздец. Сейчас уже как-то более-менее неплохо, интересно. Вот сегодня я даже получаю удовольствие от игры. Потому что начало было какое-то настолько тупорылое, сумбурное, блядь. Какое-то вообще сейчас стало гораздо лучше. Сегодняшняя часть игры мне, ну, даже нравится, как я даже на YouTube разорю, я думал, не буду делать. Вроде на кого. Я не помню. Так, где тут устроить? А, вот он.
Игра видит спрей, я не вижу, нормально. Ну, поехали. Кстати, никакого врача мы на самом деле, по-моему, не встречали в оригинале, я не помню. Ну и чё, товарищи? Кашицы. Как это? Так, я хорошо. То есть буфады видали? По-моему, мышки так не все стреляют, хорошо, если я с буфады стреляю. Так, вот. Скилл. Так, подожди. Да. Пиздец. Что на нет? Ну ладно. Что не что? А, тут две двери. Так. Бла-б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 ла. Отмычки-то у нас нет. Надо джил отжать. У нас была карта, но ее теперь нету больше. Блин, джил. Типа отмычку могла бы отдать. Он может ее найти. И от номер 5 все выйдет. Давай. Лом. Блять, опять отмычка нужна. И отмычка же надо. Ну ладно. Так, тревожная музыка. Это не к добру. Это не к добру. Так, там что-то лежит. Тут может быть карта где-то? А, нет, карта пометилась, а потом это какая-то. Welcome to the office of Dr. Nathaniel Barr. Есть, есть. Please state your business clearly and to... Clear. The intercom. Изучить. А, ставьте вы аудио. Блять, охереть. Ну ладно. Это еще кассетный плеер. Тут, наверное, шкалота прям зависла. Куда? Кассета. Нет. Товарищ. Так, не вздумай разбить стекло. Так, это он может. Понял. Ты только по скрипту, что ли, можно? Сел, давай я тебе помогу. Давай. Вместе это сделаем. Нет? Ну ладно. И главное, продолжай. Блять, стараться, она же у тебя получится. Как же вы заебали, а? Странные попрыгунчики, блять. Чувак, ну в натуре, ну. Отъебись, да? Не будем заряжать. Нет. Карточки у нас, естественно, нет.
Так, чел, давай, захлёпывайся. Не дать. Что, тебя отпустило? Ух ты, бара. Так, окей. Тихо. Что такое? А что случилось? Ладно. Это лизло, что ли? Вроде что-то вылезло, вроде бы. Что, на второй этаж? Да, ну ладно. Угу. Грамотное позиционирование. Экономило нам. Оп. Что-нибудь есть? Оп. Ладно. Но нам нужна отмычка, надо у Джил взять. А, может мы здесь за Джил потом будем играть? Я разгадал хитрожопый план с козложопов. Мы потом будем за Джил здесь. О! Карта. Комната записи, комната персонала. Ну, куда не положено, нас не пустят. О! Действительно, комната записи, лол. Прикольно. Вот это забавно с юмором. Так, спросите еще раз, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Да, нам еще не выйдет. Нет, ты что держишь? О! Все? Все. Так, значит, полет убираем это. Неинтересно. Полет, что выбираем? Что выбираем? Что выбираем? Плеер с собой потаскаем. Где там наш клинок самурая? Поставим. С патронами у нас все хорошо. А значит, перив. Давайте сделаем еще один перив. Сегодня прям заебись. Не жарко. Челово, народ, вроде был. Кстати, там есть кто-нибудь вообще в чате? Ку-ку. Или у меня Рэмбо опять единственный зритель Resident Evil. Я как резик стримлю, блять. Рэмбо единственный зритель. Рэмбо единственный у вас фанат Resident Evil. Так. Все, давайте перерывчик. Я прыгну.
А, вот Варк еще здесь. Два зрителя Resident Evil. Интересно, что там за анекдот Рэмбо расскажет. Расскажет нам. Так. Блин, ну слава по компу, конечно. Здесь компу респект вообще просто. Потому что, ну, прям работает игра, и прям это очень круто на самом деле. Даже современный, причем на компе, которым, да. Так, ну что? Давайте смотреть, куда мы еще можем пойти. Надо убивать всех по максимуму, чтобы Джилл тут не остался. Ой. Хотя, скорее всего, нет. Будет свой набор. Там что-то мне подскажешь, что хотя бы. Блядь, еще место, где Джилл нужно. Все жертвы, люди умирают, бла 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 бла
Так, ID-карт нельзя вносить в территорию больницы. Необходимо убирать свою ID-карт в личный шкафчик перед уходом с родного дома. Ключ от комнаты со шкафчиками куда-то пропал. Человек, который в последний раз упомянулся, кажется, потерял его где-то во дворе. Пока вы не нужны, запасной ключ будет храниться в офисе администрации. Чтобы получить его в конце смены, дайте знать руководство. Помощь администрации. Что-то я не вижу здесь комнаты одну. Во дворе, что ли, нам идти? Ладно. Окей. Может, на другом этаже комнаты. Оу. Там что-то шкуба. Так. Что средненько веду. Крюфайте, где на. А, это крыша. Оп. А, во. Это карта? Карта. Нарисовали бы треугольничек, как обычно, куда он смотрит. А тут какой-то фонарик, и в итоге вроде как тоже треугольничек, но при этом такой хуёвый треугольничек. Обратно. То есть ты как бы смотришь, но вот типа как бы так. Лучше бы сделали для просто треугольничек. Давайте. Еще сейф. Угу. Надо искать. Слушайте, тут прям дохера сделали. Тут прям столько не было. Карта, кстати. Здрасте. Чел.
Нормально, сойдет. Так. Палата. Что, два входа в палату. Чел, ты, блядь, нормально двигаться можешь? Ты бухал, что ли, всю ночь? Я не знаю. Ты стоять как-нибудь там нормально. Заходи давай. Чё вас так колбасит в этой игре? Открывай дверь, мудила. И чё, кто после этого будет знать на российскую медицину, а? И на российские больнички? И далее? Они, конечно, российские гонят что-то. Так, я ничего не понял. Патрон для шума, бля, серьезно? А, да, действительно. В палате патрон для штурмового винтовки. Так, ладно. Нам нужно вообще найти ключ. Прачечный. Процедура. То есть я так понимаю, что здесь сейчас будет закрыто, да? Вот эта дверь сейчас будет закрыта. Да. Они хотят, чтобы мы обошли. Но нам, благо, дают просто духуища патронов. То, что мы можем топ. Ты что сделал? Блядский ты как... Ой, нахуй ты это сделал, ты, господи. Бля, чувак. Чувак, ну ты чё? Я думал, там лежит чё-нибудь. Ёбаный карась. Нахуй ты это делаешь? Перестань это делать, придурок. Ладно, мы нашли ключ. Там что-то лежит. А как мы теперь туда попадем? А мы теперь никак туда, блядь, не попадем. Потому что этот попрыгун хренов Тарзан, блядь. Теперь понятно, чему Афро сделали. Прическу. Ладно, возьмем еще объединение. Мудилкин! Вот нахуй туда перепрыгнул, а? Где мы вообще? Блин, в прачечную не сходили. Так, мы где вообще? Ой. А, все, я понял, где мы. Блин, мы двор не обыскали здесь. Потому что этот гандон перепрыгнул раньше времени. Ладно, идем опять на второй этаж. То есть через ключ только можно, да, пройти? Непреодолимое, конечно. Оно. Завалы. Так, здесь где-то у нас, по-моему, да, была записана. Ну, вообще можно записаться, мы достаточно много все сделали. Еще убрать надо много. Это убираем, это граната нам на... Думаю, сразу гандон вылезет. Ну да, у нас же никого тяжелого вооружения нет. Поэтому ладно, оставим гранату. Мало ли кто сидит. У нас тут... Тут еще, я без компаса. Блин, ну в прачечную надо было, конечно, поставить. Ну, ну ладно, стоим попозже. Ключ можно выкинуть? Можно выкинуть.
Это я не въехал сейчас. А, вот. Серьезно? Ты не опасен? Кто ж тебя законопатил-то, родной? Так, нашли. Что здесь? Вот это ресетнет сейчас все скрипты, нахуй. Сейчас везде все опять обновится, как всегда. Такие вещи, они всегда ресетят всю игру. Так, а что у нас тут вообще? По-моему, у нас тут... Вряд ли нам вот это нужно, да? Да, нам нужно тут. Джилл жопа не дала. Слушайте, а может, если с ней поговорить, она бы дала отмычку? Может, надо было нажать кнопку подействовать? Бля, прикиньте, если она могла отдать... О, попробуй. А, это рапторы, наверное, это же рапторы. Точно, это рапторы. Ой, блядь, это был рапторы. А как мы будем это делать? Так. Пиздос, не говори, чел, сам охуел. А, ну у тебя есть монетка нападения, ладно, нормально. Да, здесь мы даже не задумываясь будем сваливать гранаты, потому что эти рапторы, это пиздос. Или как-то, хантеры их, по-моему, за этого хантеры, вспомнил. По-моему, это называют хантеры. Ну ладно, с Джилл мы уже не пойдем, конечно, говорить, потому что там он... Скорее всего, вряд ли банан мотает. А, выходит сознание. Так, там у нас закрыто. Где-то здесь мы ходили. И... Так, где-то был... Была дверь, которую можно было только поправить, попасть в карту. Вот это она что? А, вот, точно. Вот. Куда ее? Нужна она еще? Нужна. Пробушка, поробушка. Так вот. Рисовали бы анимацию, что он руку тянет. Слушайте, она можно стрелять у нас? Давай. Блять, опять отмычку. Ёкарный же ты бабай, а? Блин, если она отдавала отмычку, это полная жопа. Так, ну это мы просто лидер открываем, окей? Слушай, это не та комната, где хантеры ходили? Блять, это та комната, где хантеры ходили. А можно ли его? А можно мы откроем дверь, так в плане гранаты, и они умрут? А.
Ну, вроде как его взяло все. Ну да, одного взяло. А можно гранату с того попробовать? Чел, смотри. Пиздец. Пиздец. Фух. Жесть. Ну вот вторая часть игры существенно прям побогаче. Ну и чё, и нажать-то надо. Так как мне, собственно, послушать? Как? Ладно, ну это, наверное, для замка, который требует голосовой активации. Если. Так, братик. А зачем нам голос-то это тело? Мы же вроде не находили никаких дверей, которые требовали голосовой активации. Может здесь вот он? Вот вперед. Вот. Это быстро. А, ну тут, потому что это самое замок. Может ты что? А, во. Прямо там, походу, залип куда-то. Видимо, смешной анекдот от смеха. Сейчас придет расслабь. Так. Во-первых, тут что-то есть. Тикаем, тикаем. Понял. А, это мы сразу сюда спрыгнули. Блин, а нам надо было сюда спрыгнуть, да? Отстой. Ну ладно. Нахуй мы... взяли пленку в голос. Вот это вот вопрос сейчас очень хороший. А вот они и вышли. Блять.
Фух, пиздец. Пиздец, их тут было, конечно. Ёбушки, воробушки. Это что такое? А, во. Фух. Так, а здесь что? А, ну здесь опять нам нужно... Ну, такой себе. Так, мы ее сюда, видимо, сейчас притащим. Что-то мне подскажет, что мы ее сейчас будем туда тащить. Как в четвертом лезет. Ёбаный стыд, пиздец, ничего себе. Ничего себе. А уж не босс ли тут сейчас будет? А что если что-то прикрылись? А. Лоу. Подожди. А что вообще делаю? То есть... я не понимаю. Нахуя? Чё? Куда? А, ну там вот еще есть дверь какая-то. Так, сейчас, подождите. Что там есть дверь? Во, вот здесь налево. Хорошо, иначе я вообще не понимаю, куда. Сейф рума здесь нету? Ничего там нету. Что-то я забрал. А, это что? Так, вот сюда, наверное, да, нужен микрофон? All I wanted to know was what the documents were doing in your office in the first place. Who do you think you're talking to? I'm goddamn Nathaniel Bard. I'm the best biologist you'll ever meet, you bedpan changing waste of a nursing degree. Нам дают слишком много патронов. Это намекает на то, что все сейчас будет плохо. Ты уже готов, да? Tyrell, Bard's dead. He's been shot. Я даже знаю кто. I'm looking. Well, look harder. There's gotta be a computer, right? Бла-б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 ла. Компьютер должен быть. Что трава? У нас уже по-моему зеленый есть. Да, вообще она не погасит в таком вот. Так, письмо, бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. This is VRC Chief Nathaniel Bard, September 29, 11 p.m. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began with the release of a biological weapon known as the T-virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus, and they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of bitches at the board, they want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus existed. Да, сегодня что-то получше идет, как-то получше. У тебя как дела? Казуха упал? Аниме Архоныч, Казуха упал. На 77 круг. I got Julie all along. And she trusted me anyway.
Нормально отглядит. Так, ну вакцины здесь, естественно, не будет, да? Тут я благополучно спит. А, нет. Это вам еще обратно. Куда упал? T, I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful. Говорят, если ты дойдешь, чел. Я, насколько помню, в третьем тебя не было. Так что ты вряд ли дойдешь, чувак. Я в курсе. Так, граната. Чизи такой. Какой супчик я с тем. А, я думал, у тебя гости вчера были. Так, мы теперь должны идти к Джилл. Это нам прямо. Это нам прямо. То есть мы теперь здесь будем за Джилл бегать. Да. И у нее отмычка, и как раз мы сможем подправить все то, что было накрыто. А, кстати, мы так и не... А, это двор. Это двор, да, это двор, бля. Мы могли бы этот сундучок открыть. Но если бы спрыгнули вот здесь, в нужном месте. Вот сюда нам нужно спрыгнуть. Надо запомнить, что нам нужно спрыгнуть в правую часть. Ой, там. И в левую. А, и вчера, и сегодня? Ничего себе. Можно ли вас? Там есть? Мистера Хантера. Можно вас тут? Да, вроде можно. Okay, ну чё, где ты там? Продалец. Спутник В. Пятник такой. Ты так резко врываешься, это придурок. Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. You sit tight. I got this. Better grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. Чел, но тут как бы, ну, бля, вообще мы должны закончить уже за Карлос играть будем. Ну, типа, ладно. Где там патроны мне оставались? Во. Все. Everything calculated. Про. О, как раз 6 часов. Сделан перерывчик еще один. Эпиквак. Ну, здесь кому как. Сегодня даже народ был. Прям сегодня народ прям заходит. Тебя вчера не было, кстати, с лошадки. У нас новая донат, это самая служба, кстати, по ссылочке можешь пройти, посмотреть, там даже оформление есть. Там львенок наш, Тамус, вот. Так что все, кто это самое, как финансовая возможность будет, донатьте, копируйте, проверяйте. А,
Вечером, Геншин, да, если еще вечером будешь, там, если гости уедут, то заходи, там, где Геншин, чем я думаю, опять вечерком Геншин. Ну, он сейчас пришел. Так, я тут. Блин, хорошо быть все-таки независимым стримером абсолютно. Стримишь, что хочешь, когда хочешь, сколько перерывов хочешь, делаешь, прям вообще балдешь. То есть нет такого, что вот все уйдут. Тут уйдут. Прям вот очень классно, что действительно. Ну, полная свобода. Tower Defense начинается? Серьезно, блядь? Вы, блядь, серьезно?
А, тут еще и этот был все это время, бля. Кого, блядь, найти? Пиздец. По-моему, у меня кончится патрон, ничего. Так, это что? А, это опять это что? Ёбушки, воробушки, сколько же вас? Надеюсь, он не ваншотит меня. У меня нет... А, нет, еще. Блядь, чуваки, да хорош! Ну, пожалуйста! Да пиздец, чуваки, да хорош! Да пожалуйста, перестаньте! Пиздец. Пиздец, все. Сука, столько надо с собой хилок сюда брать, это просто ебануться. Блять, искренне желаю смерти людям, которые это дерьмо сделали. Искренне желаю смерти. Искренне желаю смерти, блять. Это пиздец, это перебор. Такого, блять, не должно быть в игре, нахуй. Это искренне желаю смерти. Искренне желаю смерти людям, которые за это ответственны, блять. Искренне желаю смерти, блядь. Просто уёбки. Тупорылые твари, говна ебаные. Я, короче, просто беру, блядь, не знаю, бесконечные, может, автомат здесь не поможет. Я искренне желаю смерти людям, ответственным за это дерьмо. Искренне желаю смерти. Пиздец. Мне придется, короче, вот все эти штуки брать с собой. Ебанутые тупорылые ублюдки недоношенные.
О, Лиса Василиса, привет, как дела? Ну, подгораю немножечко тут. Но в целом нормально. Прошла отлично, тут светлая тема стоит. Я должен что-то найти. Вот он. Подключать. Ёбаный ебучий ад. Сейчас пока не считаю. Домой. Пиздец. Ебучий ад. Давай, давай, переезжай. Если еще Хантер придет, у нас гранаты еще есть. Все, кажется. Решил программирование учить. Пока только начал разбираться. Ну, бля, там плохо. Алло. Это здесь пусть. Продержитесь до взрыва. Флешками бомб?
Отбегаем как можем. Фу, бля, неужели прошел? I'm coming back. Vaccine's the real deal. Как в остальном дела? You going somewhere? Я бы работать решил на программистом, да? Whole city's about to be microwaved. Come on. Надо сходить на курс какие-то, наверное. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Вообще, не, выпуск очень хорошо, учиться это хорошо. Но можно курсы для программирования можно просто так выпускать. У нас есть маленький платный. Для фолловеров. Может, у нас есть маленький. Attention all citizens. The missile strike on Raccoon City will occur in just hours. The payload is designed to eradicate all biological material. You will not survive if you remain in the city. October 1st. Evacuate now. Repeat. No. Evacuate now. Can't be. This is not a test. Oh, жесть. Жесть. А у меня еще был за пистолет. G19, это G18. Автоматически. А можно с этого убрать обойму? Это. А, вот, перезарядить, походу. Ну, сейчас мы отстранимся, посмотрим, как там. Так, да. Бодренько у нас тут все бодро. Наверное, надо бы сделать еще патрон для другой вещи, наверное, да? Хотя так, походим, посмотрим, пусть. Взрывчатки мы много можем делать, кстати. Много. У нас еще есть обычные зажигатели, так и берите, нормально. Тут у нас такие, кстати говоря, заряжены желтые. А желтые это какие вообще?
Артиллерист, а что не желтым, когда не синим? Блять, вы нормальные люди вообще вот так вот делают, блять. Банутые что ли, блять. Нарисованы синие, блять, на самом деле желтые. Че, блять? Как они это нахуй? Зажмуришься. Так, ну и что, давайте смотреть, что у нас тут идет. Или уже на следующий стрим оставить и доиграть уже. Мне кажется, что тут уже, наверное, можно попробовать, в принципе. Оставить вот этот на следующий стрим. Потому что часовня была финальным этапом. И тогда как раз хватит еще на целый стрим. Думаю, сегодня еще вечерний стрим. Да, наверное, давайте тогда оставим на третий стрим. Я думаю, что игра уже скоро закончится. Вот. А сегодня еще у нас вечерний стрим. По геншинчику, поэтому... Наверное, это имеет смысл сделать так. Потому что в целом сегодня было достаточно интересно. И, соответственно, можно будет еще третий стримчик провести. Наверное, даже завтра, если все будет хорошо. Завтра народ не будет. Но его сегодня не особо много, поэтому ладно. Вот. Приходи почаще, Лиса Василиса. У нас вот, видишь, новый смайлик. Платный для всех. Так что юзай. Донатить можешь, да. Можешь донатить, как все молодцы, которые приходят, донатят. Вот. А сегодня в районе 10 вечера приходите, кто будет еще меньше. Играем в Дешн. Поделаем. Там новый ивентик у нас опять. Новый теннис. Уровень. Посливаем смолу. Вот это все. Вот. Спасибо, что смотрите. Запись смайл тоже. Привет, приходите на стримы. До новых встреч на будущих видео. Пока-пока.